Сталинграда. Страны. Теперь это новый Сталинград. Вот он. Сталинград версия. Нет, ну, как мы допустили, что нас отрезали? Боже мой. Просто пока тут обороняемся, они такие. Лотос, ты у нас хиллер? Нет. У меня рядом это стоит. Изничтожатор. Гита. Быстрее вот на этот. Можешь похилить меня? Тут вот рядом. Отлично. Там байки все, что там. О, все, все. Мы все распали. Пошло, поехало. Корона теперь единственная дочка, оставшаяся за нами. Оборона Сталинграда. Начало. Вот у тебя же чай, там включал. Это ужас, да? Это может, ты снимаешь? Выключите, нужно громов чистить. Ох, нифига, я уничтожил. Кил. Подожди, нужны инженеров ученики, которые громов чинили. Ой, громов, Макса. Что, пацаны, я, по-моему, взорвал их гром. Но они... Мой гром долго. Надо его починить. Всем тебе резко? А, нет, там слишком много врагов рвется с Семиной стороны. Конечно, потому что я взорвал их гром. Ну, не сильно подбил. И Крис, там с Семиной стороны, где Сема сдох, очень много врагов. Так. Со скалы. Поэтому надо туда. Бил еще одного. Забрал с собой. Забрал. Ах, он пролетел снайпер, не жив. У них там еще один гром. Да, они новый подогнали по команде. Я убили на крыше. Я еще одного убил. Просто жму их, как могу, как умею. О, гром подбиваю. Я тут снизу по скале прорвался. Крис, можешь стать инженером? Я стал Максом. О, почти взорвал. Что со мной? Слышь, меня что-то включили, меня вообще... Прикиньте, я не знаю, что это... А это этого? Как это делать? Ну, снайпера есть такая фигня. Да? Нифига себе, я офигел. Патрон, ничего, не исчезло. Что это такое ЕМП? Так, Лотос, ты где? Я бы тут. Сейчас будем прорываться как нему громом. У нас битва теперь не за точку, не за точку какую-либо, а за гром. Сейчас пока мы сюда отвлеклись, они нас будут сзади выпускать. Минус 2. Минус 3. Сейчас минус 1. Кончились. Алло, чинить меня надо. Где? Вот он. Умер. Кто? Я. Минус 4. Все, можно к инженеру? Минус 4. Нет, я не могу. Чего? О, меня резнули, меня резнули. Чего, Сем? Ты можешь стоять на месте, блин, если хочешь, чтобы тебя чинили. Нет. Я же медленно иду. Давай за мной. Ты же медленно, да чем штурмовик идешь? Намного. Сейчас там надо почти... Я уже почти взорвал этот гром, чё-то там. Вот, а гром снизу, шмаляйте по нему с гранатомёта. Пацаны, шмаляйте со всех сторон. О, убил рогату. На меня спрыгнул. Не хилит гром, только моего урона. Я прям вообще такой не осталось. Не, опять убили. Да, о, все, взорвал гром. А, нет, это убийство. Под ракетой потопал. Почти взорвал там, надо видеть. О, все, взорвали. Все, меня убили, и мы взорвали гром. Я, блин, мертв. Кто взорвал? А, вот, все. Давай. Все, взорвали гром? Да. Передислоцируемся на А, там захватывают. Параллельно там хилиди что-то... меня. Крис, хиль меня, а. Лёв. Медленный, давай сюда, вау. Ошибись, у меня очень мало хп. Всё, возьми ваш инженера. Я не умею за инженера играть, это что, какая игра? Очень сложно, блин. Ну вот ты возьми, а чё, я не хочу... Потому что я Макса сейчас взял. Крис, одного инженера вообще не хватает на Макса. Потому что более 5 врагов ему быстро хп сносит. Сдохну,
оплот человечества. Корона. Не человечество, а... Человечество, человечество. Последний рубеж обороны красных, вот так. Не, последний оплот человечества, а эпичный здесь. Мы же человечество. О, слышь, твой гром взорвали, по-моему, да. Наши пытаются через... Другой вариант. Через цитадель, через иридиевую шахту прорваться. Нам нужно продержаться. Слышите, нас полностью отрезали. Посмотрите на карту, нас полностью отрезали. Ну, я и говорю, последний оплот человечества. 10 назад еще было более-менее, как на самом деле. Сейчас то ли людей не хватает, то ли что, то ли вообще где они. Они в храм вообще такой другие фланги. Они с друг другом сейчас еще начали воевать, понимаешь? Вот. Ладно, это мы-то. Мы-то тут одни. И у нас тут больше нет ни друзей, ни врагов. Это как какая-то... Танк где, едет. Как фильм в Девятой роте или как в Калимера, ну, да, в броне. Танки, да? Попал. Блин, они стреляют. О, взорвали танк. Слушай, а мы даже вполне успешно отбиваем их атаки. Подкиньте под меня патроны, подкиньте меня. Ну, нам и мега усовершенствованную бачку с патронами. Ты чё, выжил бачку с патронами? Да. Сколько? 60. Слушай, они пошли отхватывать Б. О боже, что с наркоманой? Ну, цель не наша, да, к сожалению. Но можно. Это последний оплот человечества, они пошли. О, там тоже Макс, слышишь, Иван? Где? Ну там он стоит на мосту на Б. А нет, а, Б вот. Делаю. Это правее от Б, Макс. Я сейчас иду там, где они раньше гром ставили. Потому что там. А, понятно. Они снова там идут. В чем в другую сторону идут? А, это... Что вы там идут? Они там гром поставили снизу, знаете, сзади короны. Такая идет. Музыка, знаешь, играет сейчас. Они, видите, сзади гром стоит, вон его подсветили даже. Вражеский. Кстати, музыка вся в стиле Звездных войнов. Так это и тематика вся, это и есть звезды планета. Боже, их там сколько! Там о, чувак, наш корона врезался, взорвался, ну, в смысле, на самолете. Я не вижу, если честно, их этот... А, гром. Гром снизу там стоит. Крис, аккуратней. А, где они там? Крис, ты чем можешь гром взорвать? Ничем. Они сейчас сзади нас обходят, их очень много. О, вижу гром сверху. Обстреливаю. Заметил бы, если бы он был подсвечен. Ногой снял, Лотос, держимся. Держись. Гром, ой, я вниз покатился. Все, гром сейчас сломает, у него 55 хп осталось, 100. Я вниз покатился со скалы, прикиньте, я просто скользнул вниз и улетел. Самоубийство, не убивайся. Все, нас зажали со всех сторон. Я короче, сменил с Макса на инженера и чиню. Гром. Последний оплот человечества скоро... Падет. Да не, ща будет все. Я так не думаю, потому что нет, у нас и Б, и С отхватили. Да мы затащим, не ссы. Не, ну у нас, смотрите. Чё ты такой пессимист? Будь оптимистом, у нас осталась одна точка. Вот тут корабль. Прикинь, эти ещё идиоты тут Б захватывают, когда у нас тут чуть ли не А захватывают. Капец, творится полный. А они неплохо гром поставили там. А там постоянно ставят, мы также ставили за красных. Чё, забыл всё? Там за склоном таким, мы его никак не выкурим, только рашить, если. Я его подбил. А, уже. Вот можно. Там чинят его. Там сзади стоят лепим. А ракета к ним прилетит, чинители. О, один выстрел. Наши уже и все захватывают. Все, я тебе сейчас патроны кину под тебя. Патрон кончился на контакте. Да ё-моё, ты тут. Вот патроны. Все, вот патроны лежат. Да не те. Вот. Как отсюда залез, блин, как теперь отсюда вылезти? О, все. Я не знаю, как отсюда вылезти, но нет, устраивай. О! Второй раз уже! Мы уже тут час или два держимся. Это что вообще? Это как? Последняя плоть человека. Убивает. Все, я зажат, они меня спалили. Я гром почти взорвал. Последняя плоть человечества держится. А, Лотос, ты техник? Видели, я вниз полетел. Че?
ну чё будешь у меня патроны кидать? Я их буду с ракетницы не пускать сюда. Это почти взорвался. Гром. Гром? А да. Кто его, знаешь, по нему просадил? Ему там вообще ни о чем осталось. Сём, быстро давай. Я очень сильно прохаразил по нему. Быстро Сём ходит болтать. Только отбивайте этих инженерчиков. Я убегаю. Я тоже уже подбежал, ракетница наготове. На! Давайте сейчас, давайте, он уже дымится. Так, я сейчас тоже беру ракетницу. Почти взорвал, там эти инженеры чинят. Быстрее, Крис, давай его. Так я в него уже саданул разочек, и меня убили. А, не могу, там инженеры. Надо, давайте тогда втроем одновременно. Одновременный выстрел они точно не отхилят. Это тупо невозможно, чисто с теоретических изображений. Я нормально их тут убиваю. Пускай. У нас только инженера нет, чтобы патроны подкидывать. Потому что я тоже... О, нормально подбил там. Ну, вообще, их как-то так стало. Бля, звуки исчезли. Ага, ты, кстати, вот в этом вот блоке, в котором ты стоишь... Но с танком ехал! У меня патронов все равно нет. Что меня убили, сейчас будет патрон. Я там убил. Не, ну это вообще... Наш Гром хреначат, нас танк объехал! Я вижу, да-да-да, да это не танк, это типа... Баги такая. Танк! Это не танк! Это не танк, это вот машина, как у нас, вот это типа баги. Нет, это танк! Вот это вот то, что меня сейчас убило, это не танк. Да ты... Машина не может пробивать Гром! Это танк! Сём, не то, что тебя убил. А, да? Причем тут то, что почему Перезбрик говорит, наш сзади танк объехал. Я около Грома убили. Принять воскрешение, блин. Быстрее, я еле так чинил Гром. Все, взорвал. Говорит, что? Что на веку? Последний оплот человечества будет жить. С той стороны мы уничтожили Гром? Я уничтожил. С той стороны нет. Там вообще не получается. Туда там танки выдвинулись. А знаете, просто надо, чтобы кто-то мочил этих инженеров. Туда танки. У них там два Грома. Что-то они конкретно там, походу, собираются. Ну, один Гром сейчас взорвёт. Один Гром взорвали, который дальше уехал. Я не знаю, я застинал всё время с Кастанзе, не падаю. Я не знаю, надо по дороге. Давайте танки возьмем по дороге. По какой дороге всё тут? Тут один танк едет, надо его прикрывать. Все, мы сейчас взорвем Гром. Я вообще не набрал. А что они не подсвечиваются, бля? О, вот наш Гром вниз едет, прикиньте. Отлично. Давай громче. Какой наш Гром? Почему наш... у нас на А никого нет? Он сейчас перевернется, мне кажется. Да, он сейчас улетит со скалы куда-нибудь. Фиолетовый, как я понял, тут для галочки, да? Отлично, отбиваем. Стрей, гранатомет берем. Офигеть их там. Сейчас надо сзади, вот в Сёминой позиции, выстрелить три заряда. Я стою еще, держу. Точных. Слышите? Угу. Надо точных три заряда одновременно. Давайте собираемся вместе за штурмовиков. Наш Гром куда-то вниз вообще уехал. О, мы их Гром взорвали. Лол. И они его увезли. А, вон, смотри. Там у них танк едет. Вон, они похоран. Его вниз, что ли, увезли? Или что? Макс идет. Или он снизу ходит? Нет, так. Он снизу ходит. Рано мы их отбили отсюда. Но они, по-моему, вообще с другой стороны теперь наседают. Танк едет. Светит. Ты видел это, Крис? Нет, я убежал. Я случайно, короче. А, захватывает, быстро туда. Я знаю, что А захватывает. Ну что ты знаешь, тогда иди давай. Иди же. Просто же знаешь, я уже просто так набил 20 этих монеток. Как они? Сертификатом. Все, парни, мы точку потеряли, скорее всего, видите? А, сейчас. Нет, А наша. А будет наша.
Это будет последняя наша точка, даже если они сначала... Говорит последняя. А вот именно то, что это хорошо, что на короне, если с одной точкой, то территория сама не твоя. Потому что на других картах, если две других точки, врага, тогда все будет. Ну а мы? О, слышь, в наш гром тут самолет вражеский врезался, но что-то ничего не сделал. Тут так же, Сём, видишь? У нас сейчас время пошло наше. Так это наше время. А, ну обратно, да, идет? Да. Не, ну... Мы можем... Нам нужно еще это... Еще 25 минут продержаться, и это будет вообще самая долгая оборона короны в истории человечества. Да нет, ее целыми днями держат. Сёма, нет. Ты видишь то, что раньше красные были сверху, заметь, во-первых. Ты еще Сёма, понимаешь, что корона не была тупо захвачена со всех сторон? Да, мы это мы ее захватили потом, когда пришли. Нет, в смысле, она... То, что ты говоришь, ее днями держит. К ней есть подходы, а сейчас мы окружены со всех сторон, нас давят двое врагов одновременно. Давят фиолетовый и синий. А мы тут одни вообще. Кремниевый переход, кстати, там тоже, смотри. Ну там, конечно, да, мало людей. Там тоже держат. Там тоже воюют наши, да. Просто отрезаны от основной цивилизации. Нет, там нету людей. 12. Ну наши еще. Наши пытаются. 12 всего. Сейчас корона 48, блядь. 48 у нас сейчас. 40, это и больше 48. Ну, я и говорю. Сейчас такое ПВП вообще идет. Нам, короче, надо прорваться. Какой прорываться? Точнее, ну, не выдержать. Я перепутал, нам надо ждать подкрепления. Отбиваться до подкрепления. Вот, 2 минуты 40 секунд, если мы Б продержим, то все, мы опять выдержали корону. Интересно, администрация вообще видит, что мы тут делаем? Медаль должны, знаешь, всем дать. Почетную. Лучшую пушку в игре и дофига сертификатов. Потому что... Медаль это за отвагу при обороне короны. Тебя плохо слышно. Гром сломали. А захватили. Гром сломали, а захватили. Ставлю новый гром, если есть сертификаты. Гром еще 30 секунд кулдаун. И техники, и очков техники нет. Отлично, все. У меня очки техники есть, я могу его тебе дать. О, там еще один гром приехал. А я разве я не могу за руль садиться? Все. Походу это и есть. Оплот человечества. Ты знаешь, что такое конец? Ну, потом этот гром где-то прям подо мной под скалой как-то они так его спрятали, офигеть. Ну а мы сейчас отхватим, грома только нет снизу. Я вниз качусь, все. Ну есть еще на той позиции гром. Ну да. Который... Все, разбился я. Чертям. Ой, взорвали гром. Они опять отхватывают, а. Там походу кто-то в инвизе стоит, постоянно отхват, когда мы уходим. Давай, мастер, разоблачение инвиза пойдет и посмотрит. Потому что как-то это все. Я тут... Нет, синие пришли. Ну гром сорвал, и получается. Почему? А почему? Ты знаешь, Сём, вообще, почему красные с синими сменялись местами? На Яндаре. По мосту то ли гром, то ли так. Ты, кстати, Сём, видел, что на Америше сейчас происходит? И, кстати, на ИСА Мире фиолетовых жмут, Крис. Да? Да, фиолетовых. Отхватывают. О, на ИСА Мире наши что-то проснулись. Наконец-то. Да не только синие тоже. Все, пацаны, все точки. Чего это нас не остановит, что все точки захвачены? У них наверху грома нет. Я просто прикиньте, ну, в врагу зашел и неожиданно пробутал лицо с такими врагами встретился. Все, ладно. Приехали еще. Отхват. У нас еще 5 минут на отхвата. Отхвата? Этого знаешь, чтобы сколько хватит? Вместе войдем. Надо тупо, знаешь, стоять на пулеметы, там, мины, все подряд.
Угу. Держать ее. Полёты убить, вот так. Нет, просто они там зажались прям офигенно, так сказать. Нам Макс нужен туда. Крис прорвался, я. Я прорвался, но я уже умер. Не, вообще. А, там враг. Не, все, прорвались, прикинь. Это вообще просто неубиваемая армия. Так, красный просто пехота хорошая. По-моему. А у синих техника. А у фиолетовых самолет. Ну не знаю. События на этом, как там его? На... Как она называется, эта локация? Не палисад, а в Восточном перевале показали, что у нас техника хорошая. Uh-huh. Так, типа, мы же типа коммунисты. И чё? Поэтому всё хорошее. У нас всё хорошее, да? У нас СССР, понимаешь? У нас вообще фигня. Коммунисты не только СССР. Это нет, как просто, именно на Украине. СССР. О, нифига, они нас с крыши снайперов. Я говорю, как на Украине, там какие-то повстанцы нашли советский танк старый вообще. Завели его и подавили блокпост. Там небольшой группой подавили просто всех на блокпосте. На танке, на старом, на советском. Если там служит 18-летний парень, ничего не думаешь, что-то умеют срочники. Да, вот эти вот. Обычно. Тех туда послали, типа, мол, идите. Против повстанцев они реально ничего не сделают. Эти ребята, они, блин... Повстанцы, они... А мы закалённые чуваки. Скиллованные. А так, тут маг стоит. Это вражеский. Тут вражеский пулемет. Что он тут делает? Тут маленькая машинка с пулеметом возле нашего грома. Офигеть, я тут держи. Ах, меня убили, офигеть. То что такое было, человек 5, наверное, убил и Макса заодно с собой разобрал. Обзор жизни, кстати, вот это удобная, да, тема? А, ну да. Там показывают, сколько ты экспо получил. О, смотри, сколько там... Да. И этот тебе там на крышу кто-то бегает. Да. Так, а наш? Можно и бэк, в принципе, попробовать. Где ты? Крис. Как? Где ты? Ну, видишь, где я сейчас Сёмой нахожусь? Нет, пока что не видел сейчас. Ты бы видел, сколько тут людей в этом маленьком домике бегает. Так, наш, причём. Это я убил три. А почему тут столько наших бегают? У нас А отхватывают. Нас давят с самой короны. Мы сами бегаем. Ну так а чё? А откуда летят, я не понимаю. Это просто хакаша отвечает. А чё, 30 уже, наверное, уже. А, ну там же этот, катапульта такая есть. Да? Да. Там оттуда может спрыгнуть, и туда тоже может спрыгнуть. Так, о, где? Боже, я отвечаю. Я не могу, надо снизу их обстреливать. А, захватывают. Я на этой короне уже набил 40 сертификатов. Так. Просто чистая броня корона. Крис, беги так. Не на... Вон, чувак. Ой. Так, а, сбили его. Ты его убил? Да, но мне нет хила, я штурмовик. Сейчас вернусь. О, последний оплот не упадет. У нас осталось... Не, еще 9 минут и мы проиграли, видишь? Если мы Б не отхватим. Так что, намек понят, да? Падает оплот, падает. Знаете, почему мы тогда выиграли? Потому что там одна точка у, у фиолетовых, одна у синих была. А, Сёма, а кто сказал, что мы уйдем отсюда? У нас тут громы стоят, ты понимаешь, что мы не спавнимся наверху, мы спавнимся на громах. Ты понимаешь, что если мы даже потеряем все точки, мы все равно отсюда не уйдем. Чувак орёт, все на Б, они нас не возьмут. А, нет, они будут спавниться наверху, блин, если бы они наверху еще не спавнились. У нас Макс возле грома бегает, нижнего. Надо валить того Макса. Все, убили. Надо на Б. Или на С. Я прорвался. Прорвался здесь. Макс наш стоит уже. Макса ракеты есть? Сзади. Да, правда. Ну, у нашего Макса, не знаю, как он есть. Вроде тоже должны быть. Да, да, да. Вот теперь это вообще не очень сейчас.
еще? Синий. Фиолетовый вот не очень, вот синий нормальный. Не, ну в смысле, что вообще у них солдат один тактикон или там. Слушайте, так вот бы это можно ловить все. Офигеть. Надо как бы там, мы почти бы отхватили. Как бы, по-моему, ее уже, их уже отхватили. Мы просто как бы, мы как саранча. Налетаем толпой. И что-то начинаем. Наши тут все упали, ну ладно, что же я. А, захватывают. А все, мы бы отхватили. А, захватывают. Сейчас возьми. На. Семь минут на отхвата. Нам этого вполне хватит. Я троих пью. Нам нужно держать А и Б. Вот сейчас нам нужно разделиться на две части. На два полка, так сказать. Мне кажется, нам человек просто тупо не хватит. Ты знаешь, сколько у нас? Хотя, слушайте, на А по-любому людей мало. Так что вы отхватываете, там быстренько А. Все. А, Б захватили. 13 минут. Мы же еще можем держаться. Нам теперь точку С. А почему? Я не понимаю. Ты знаешь, почему все будут бегать между А и Б. Не давайте их захватить. Да мне нет, кажется, фиолетовым и синим уже тупо надоело. Нас забили. Я был такие, блин, да вы надоели уже фигней занимаетесь. Зато мы сейчас, кстати, синих с фиолетовыми стравили. Да-да-да. Так что сейчас фиолетовые и синие будут хорошо воевать. Сейчас синие с фиолетовыми на блокпосте воюют. Они идут по главной дороге, по корону наверх. А. Слышите? Множество людей. Технику не увидел. А как без техники? Ох, норм. Ой, как норм. Ой, самолет летит. Сейчас там снайперы на горах стоят. А это снайперы, это снайперы. Слышь, так смотри, мы на С уже прорываемся. Сумасшедшие, блин. Они там и гром развернули. Отступаю, меня сейчас убьют. Ах, не успел чуть-чуть добежать. Чуть-чуть. Кажется, они реально на нас уже скоро забьют. Просто скажут, что это нереально, и забьют на нас. Два часа это... просто удерживать одну точку, при том, что у нас нет никаких подходов. Точка уже три часа стоит. Идите на А. Гром едет по подъему. Кажется. Они встали опять на ту точку. Слышь, А отхватывают, А отхватывают. Так опять сейчас толпы пойдут оттуда, снизу. Бегу на А. Я не знаю. Придется их убивать с той точки. Если бы это была как бы реальная битва, реально не представляешь, что человек бы погиб в сторону, сложить. Да. Нас самих, если сложить, нас бы уже человек 100 погибло. Каких 100, ты чё? Нас троих? Да. Если мы втроём сложим. А убили мы человек... человек 1000. Ну, не 1000. Ну, 500. А-а-а. Ещё один гром едет, пипец! Они опять 4. Два грома туда применили. 12 минут осталось, да. Ага, 12 минут, и мы зальёмся, да, за эти 12 минут, потому что они привели два грома. Сейчас приду. Мысли С не отхватит. Там еще и танк. Ну все, хана. Берешь штурмовика и идешь убивать. Я пытаюсь. Там два грома, нифига, техников. И думаешь, я один справлюсь. А что насчет пехоты? Ну С отхватывают должны, по сути. Может, это... Нам идеально команды. Сейчас Макс, штурмовик, инженер и медик. Mm-hmm. Это вообще было просто идеально. Может, конечно, и без штурмовика. Главное, чтобы Макс, потому что Макс больше урон нанесет с гранатомета, чем гранатомет. Я начинаю стрелять по грому. Слушайте, кто-нибудь надо, чтобы гром на Б привез. Идите ко мне быстро. Сейчас три точных заряда на Б и все. Ой, на Б. На гром этот снизу.
Тут танк приехал, вражеский. Да, да. А чувака ты спугнул просто все КП на это. О, у них тут два танка поднимаются, парни, быстрее на Б. Быстрее на Б просто. Ну какой быстрее на Б у нас гром там. О, все, подбили один танк. Все, мы нас сейчас сзади на А пойдут. Ну вот это вот намного, по мне, эпичнее Battlefield, то есть. Ну, Battlefield вообще отдыхает. О, там у них гром тоже еще. А, отхватывают. Сейчас мимо, да? Отхватили. Пацаны, сможете там отбить? Сейчас вот это вот уже, не знаю, сейчас вот это уже идет не на время игра, а то мы у них отхватим точку, то они у нас. Время все равно постоянно обнуляется. Заново начинается. Это уже игра на выживание, они просто играются с нами. По сути, они уже могли бы давно бы нас взять. Не могли они нас взять, мы же тоже непростые. Нельзя обычно... О, все, А отбиваем мы. А-то отбили, а нам нужно... Они вон заходят, нам, они к нам заходят. Они заходят к нам, все, наверх. Сейчас гром сломает снизу. Давайте... Дефить... А. Да не только А, нам нужно сам вот этот, саму корону дефить сейчас. Потому что их слишком... Они на А идут огромной толпой, я тут один. Ясно. Все, мы... Передислоцируйся нафиг с этой С. Нам нужно хотя бы последний оплот защитить, а не выиграть войну. Что? Оборона Сталинграда, все. Раз оборона Сталинграда, хотя мы уже ее много раз защитили, то есть. Просто и в Сталинграде, смотрите на нашу территорию, посмотрите просто как нас. Потому что мы все... Потому что сейчас мы все фигней занимаемся на короне, понимаешь? Могли бы давно, да, тебя остальные. Да. Но нет, Сём, это неинтересно. Мы лучше повоюем, мы же русские, ты чё? По хардкору, да? Все русские или украинцы. Всё знаешь, что там, не знаю, на фугейме. Сенсация, какие-то придурки. 4 часа держали корону против сотни людей. Сенсация. Ага, чё, дерзкий? Потом мы их еще отобьем, прорвем наш, просто. Захватим их тут всех. Смотрите быстрее, где я стою, тут они просто поднимаются по двери, знаете, такой, это, стоять до последней капли крови, то есть они по подъему поднимаются и все-таки стоят с пулеметом. Ой, там Макс идет. Акс? Макс. Ну, если Макс шел, он начал толпу, зашел бы. Макс убил. Ох, сколько убил, да. Сколько убил. 6 за одну смерть. Сон у меня среди них. О, 238. Так. Где? Вот, да. Проходите к моему трупу. Смотрите, знаете, такой узкий подъем. Кто-нибудь ко мне сюда, быстро. Тут я очень сейчас... много людей. Может, двумя зарядами гранатомета всех убивать. Сразу же, одновременно, пока не откинулись. Тут еще патронтаж лежит. Давайте быстрее. А подъем поднимается, сволочи! Все, положили меня. Иди девать, меня положили. Слышь, разобрал. Б отхватывают у нас. А, это наши отхватывают. Че, мы Б потеряли? А, ну в смысле, они все вот теперь на А идут, и нас еще. Вот, кого там? У меня патроны кончились на гранатомете. Ой, чувствую, не отдадим ему просто так. Точнее, я это знаю. Чё-то мы вообще самолёт, значит, подбили. Ты гранатомет, видел, как мой пролетел, Диман? Нет. Чего это мы просто так мы должны отдавать эту точку? Кстати, в наш уже этот заходит. Саму корону. Хотя, не заходит. Да. А, нет, показалось, да? Да. А, мышка! Ну не сейчас! Мышка не сейчас. Держаться до последнего. Я не могу без мышки.
Забей на эту мышку. Воюй. Солдаты ранеными воевали. Вот именно, а ты без мышки. Ты без мышки. Че, бомж, что ли? Ладно, буду без мышки, только я шевелите к нам. А чё у тебя спал? А чё у тебя спал? Наш гром подбили, надо, чтобы кто-нибудь починил срочно. Кажется, батарейка села. Ненавижу беспроводные мышки. Сейчас приду. Вовремя у Криса батарейка садится. Боже мой, бля. У нас просто сейчас борьба в узком проходе, непонятно. Я не знаю, я тут... Жив троих, блин, четверых, я не знаю, сколько убил уже. Держу просто оборону. О, у меня новое оружие открылось. Держи оборону с Калининграда. Бью сейчас. Просто... Так, я здесь, я стол встаю, еще примерно на месяц. Новая батарейка. Оборона Сталинграда. Нашел, да, все. А, захватывают. Блин, сейчас времени вообще мало будет, быстро все, да. 10 минут еще дали. Какой мало. О, боже, я троих еще внизу положил. Скажи, сколько убил. Живо на А. На А, ты. Отбивайте, пора. Миссия оборона корона, блин. О, отбили. Как это, черт вообще? Боже мой, как это вообще вот возможно? Это, вот это вот, вот то, что вот, тут накал страстей долгий, и от этого как-то вообще становится. В ответ такого нет, к сожалению. Ну. Но... Ха, ракетка моя убила. Троих убила. Троих убила моя ракетка. Миротворец летит. Заметили, что здесь намного сложнее боёвка, ну, как стрелять, сидеть, чем в котле. Вы заметили, что вообще бред какой-то происходит только что? Он меня лечит. Так, может быть... О, залпом. У вас есть ракеты? У меня есть ракеты, но надо не заблудиться, меня убьёт. Так, Б наш... Б потеряли, парни. Ну, я ещё до этого потеряли. Все, мы проиграли в территории. А мы отхватываем, лол. Это мы. Не сомневайся. Ты что? Ой, да. Решил сам. Вот сейчас сам... тебя поднимут, тебя подняли зал. Макс, я упал. Зал. Наступает. Ох, офигеть, сколько положил сразу. Я 10-й ранг получил. Офигеть, я мою. Так, да. Сёма, у тебя есть ракеты? Крис? Меня убили только что положили. Крис, есть ракеты? Три ракеты. Иди за мной, быстро. Пацаны, наверх поднимайся. Б наша, А отхватывают. А отхватывают. Беги на А. Крис, а ты пока тоже поднимайся наверх. Сейчас пойдем на одно. А, фиолетовый отхватили. Что вы тут делаете? Нормально все. Прикиньте. Нормально, фиолетовый. Смотри, А фиолетовая, наша красный, С синий. Вообще не идет, смотри, время. Если фиолетовый будет сейчас отхватывать, тогда это очень хорошо будет. Наша атака. Понимаешь, что время идти просто не будет, если фиолетовый захватят, а? Все, смотрите, видите? Да, идем за мной, все, теперь перегруппируемся, идем за мной. Идем. Что-то я понимаю, замес. Сейчас будем с этой Сёминой позиции стрелять из гранатомета. Там вообще, да, офигенно, просто убегаешь, стреляешь, забегаешь. Так, что, гром, что ли? Вот. Я зашел сюда. Готовы? По очереди сейчас залпу будет. Вниз прилетел. Так, смотри. Готов? Хорошо. Да. Сначала я, потом Сёма, потом Крис. Раз, два. Сейчас ты перезаряжусь. Я запустил. Крис, давай ты теперь. Запускай в гром именно. Ой, меня убили, я взорвал. Я Крис. Сёма! Я Крис. Пацаны, наш гром взорвались. Шоу. Мы гром взорвали их. Вроде а бы. А моя ракета дошла, Крис. Ты... Я дал свою жизнь. Вот мой прицел встал, дебил. Ты такой сам. Тревога, холодная война. Самиров еще не основное время. Какая холодная война? Вы понимаете, что у нас тут. Давайте Б отобьем. Я пошел. Еще один гром.
У нас тут битва на короне. Да блин, второй еще под прицел. Наши две уже отбивают, нормально. Вот, дом какой-то упал вниз. Не знаю. Наш, не наш. А, хотите ракетку? Да держите меня. Залп. Залп, три ракеты работает, они не успели отхилить. Хотя я надеюсь, что они, Крис, они не успели опомниться. Давай еще раз, Крис, готов? Ракет нету. Я, прикиньте, прям секунду отошел, и рядом с собой пролетела. Иди восстанавливай ракеты хоть как, Крис, потому что... Сзади убили, откуда сзади? Сын, там сзади снайпер там подходит. Он меня убил, еще не убил, я там еще держал, блин. А, отбивает, Б мы отбиваем. Что происходит? На, Лотос, пошли. Ой, сейчас мелкие. Резно сегодня приду. Я на А бегу. А нельзя терять вообще ни в каком. А все, мы отбили ее. Теперь Б осталось, потому что мы сейчас проиграем. Заметь, когда мы играли против синих, мы или фиолетовых, синих, мы тупо заехали на корону, поставили прям внутри свой гром и захватили ее. А да, тут да, за красных уже два часа. Вообще, мы отбили там снизу. Теперь можно идти на Б. Смотрите, мы все точки захватываем. У нас последний гром остался. У меня до моего грома еще минут 10 лет. Ой, помощь в уничтожении грома, чуваки. Как это перезарядка грома? А, нет, у меня просто ресурсов нет на вызов грома. Все, мы захватили, а не парьтесь. Там много людей. Вы захватили. Мне кажется, все люди с Индара находятся сейчас на короне. Ну, синий и красный, скорее всего, да. Нет, Прорыв. Они еще... Нет, синий эти... О, смотри, наши синий... прорываются только... Синий и фиолетовый еще воюют, понимаешь? Между собой. У них Разве своих. Видите? Да, у них да, своих там, хлопочек. Там людей мало, не так много. Давайте, камбэк. Наши реально уже справа прорвались и скоро до нас, наверное, прорвутся. Камбэк, Крис, камбэк. Мне интересно, кто там прорывается, кому там, там интересно воевать или здесь, да? Ну почему? Нужно же, чтобы до нас кто-то дошел. Да, там же чисто просто можно проходить и захватывать территорию, там же никого, никаких синих почти нет, мне кажется. Так же фиолетовые сделали всем, пока мы с синими воевали. Да. Это не знаю, это по-крейсерски как-то. Блин, еще один гром едет. По-моему, битва затихает. Такая перемирие временное. Нас 64%. А врагов 25-48. Мы их делаем, ребята, мы их делаем! Я же говорю. Это просто самая жестокая битва. Мы создали бесконечное противостояние за корону. Ну. Наши внуки будут защищать это место. Корону. Слушай. Чё-то как-то... Чё вы там бегаете? Вы там убиваете кот? Зачем они по боку вообще идут? Я не чтобы, знаю, потому что... Чтобы ресурсы с территории вернуть, там же... А, Б и С. Мы все захватили. А, отхватывали. Они уже просто решили... Такие... Надоело. Да нафиг вас, вы чё, совсем что ли? О, слышь, я не знаю, у меня сброс припасов, задержка дыхания, написано. Представляете, эти, они там... Бегают. Представляете, сейчас они чатятся с этими... С фиолетовыми. Да не с фиолетовыми, так знаешь, блин. И такие. Блин, нет, чаты с фиолетовыми такими. Такие. Красные. Вы. Сумасшедшие. О, слушай, они опять наступают. Опять? Гром выводит, Крис. Где? Покажи мне его. Не, это наш. А? Наш гром. Я сейчас тоже могу. Я могу свой гром вызвать. Ставить? Подожди. Офигеть, Марк, наступаю. Где? Там, где я. Окей. Это вот ставь, чтобы два грома было. А, все убили, офигеть их там. Они там опять через эту летят. Синие. Заметьте, что через тот проход больше никто не ездит. У нас даже танков нет, у нас только пехота. Если без нас, я думаю, вы значит. Ой, сейчас. Мне кажется, мы достаточно большую роль сделали. Какую? С отхватывает, видите, наступает. Гром сейчас сломает. Все, гром поломали. Нет? Нет еще. Еще не до конца. Ты вылази, чини его. Так надо быстро. Я один не выхилю его.
Сейчас подойдут и сломают его тупо. Смотрите, Ц отбивает. 3 минуты, пацаны, оставалось держаться. Нам... Это 6. Все, гром ломают. Все, гром сломали. А там стоит еще один гром. Только столько времени ждал, пока это можно купить и взорвали. Ну, смотрите, сколько их тут. В конце концов, у них тупо кончится. Ну, у них, у нас нет, нас больше. У них кончатся люди, которые могут делать гром. И все. Меня убили, чуваки, возразите мне. О, нифига, чувак, о. Опять убили. Я не знаю, откуда они там все прилетают. Смотри, сколько медиков, возразите. Шибись, меня собой убил. Фест, меня тоже убивал. Они сейчас идут там, где, помните, тогда Громстер, когда я Максом подходил. Нет, я не помню. Через эту гору, знаешь, скала, где там орал, что ты Максом взорвал. Вроде бы я их сдерживаю. Да, я много Максов, в принципе, взорвал. Ой, не Максов, а Громов. Громов тоже. Я вообще ветеран этой войны. Они там снизу все, на мосту. Это какой там мост? А, на С, да, они все. Надо С отбить. 2 минуты ждать, пара. Надо С отхватить, и все, когда мы победим. Свой собственный. Наш танки туда наступает, я уже туда бегу. Кто мы сейчас опять или все отхватим? Вот оно, один так. Реально скоро уже на нас забьют. Это наша собственная мини-война, понимаешь? Корона. Да. Нас 48 плюс врагов 25-48. Нас прикол, смотрите, светает, да? Прикол, наши там на линии офигевают. На всяких вот этих гротах, наблюдательных постах. Какого они там сейчас офигевают? Типа тоже офигел, если бы 2, почти уже 3 часа держалась одна точка, которая отрезана от всего. О, как я их тут мочу нормально, не прям. Я смотрю, мы и сейчас офигеваем, когда это делаем. Блин. А, это вообще классно. Так крутой, да, чуть-чуть? Особенно если ты не рачишь, там тебя все время убивают, а если ты убиваешь, да? Ну, там... Потому что вот когда меня убивают, я вообще. Я говорю, что это игра фигня. О, 40 секунд, парни. Ну, если тебя убивают, то значит не игра фигня, а ты ну. Мы зовем это тактическое превосходство. Мы их сделали! Вот что-что, а это действительно тактическое превосходство. Мы их, захватывают быстро туда все. 40 секунд осталось, бежать, спасать задницу. Там кто-то второй Кристом. Диван, ты что сделал, закрытый отряд или как? Ну да, что? Или просто это... А я смотрю, что-то не поищу, не позаделись все это время. Блин, убили меня. А, захватывают, на! Захватывают, там же 15 секунд осталось, не успеют. Успеют. Не успеют, успеют. На. Сема, заходи, что ты там? Да меня в спину стреляют. О, тут наш уже. Фукин учёлся. Сафур. Третий раз мы защитили его. Третий, когда они... Посмотрите, время удержания короны 4 часа. Могу, умею, практикую, да? А как посмотреть? Просто на лодочной территории там будет. Да, и там справа будет написано регион. 4 часа. Эту фигню удержат еще 4 часа. Сейчас, знаете, такие перевооружения вражеской армии. Посмотрите на количество врагов. Ну, уменьшается. 12-24. Они такие, черт, они совсем сумасшедшие. Да они такие, ну на. Не, на насосной станции из Урвана еще 25-48. Короче, надо отбивать насосную станцию сейчас. А мы не можем, потому что нет территории. А, блин, точно. Надо ждать тогда подкрепления, оно почти прорвалось уже. Да, кстати. А может им. Хотя может мы и можем отхватывать или нет? Нет. Нет, наверное, должна основная часть к нам прорваться. Там вон тоже территория есть отрезана, там нет ничего.
Нас и так сейчас много. Почему территория, территории отрезанные не могут прорваться? Ну, было прикольно. Ага. Не, ну потому что да. Мы создадим свое государство. Теперь корона. Корона это наше государство. Это корона, столица. Ну. Я понимаю, Витя.